студии столицы Нижней, кандидат в депутаты законодательного собрания Нижегородской области Юрий Исаакович Лебедев. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Доброй ночи уже, наверное, да, Юрий Исаакович. Да. Как для вас сложился день? Скажите, какими эмоциями вы сегодня все проходили это? Как проходила предвыборная кампания? Все нам проходило достаточно напряженно, потому что если идешь избираться, идешь серьезно, а не так, это самое, прогулку думаешь, что устраиваешь себе, то надо работать. А надо вы себе какую-то планочку ставили? Вот, например, я, Юрий Исаакович Лебедев, хочу пройти, например, в региональный парламент с 80% поддержки. Нет. Нет, не было у вас такой задачи? Нет, я считаю, это не принципиально, абсолютно для любого кандидата. Это может быть только с больным самолюбием принципиально. Я считаю, победил 10 голосов своего соперника, который за тобой там идет. Очень хорошо. Самое главное – победа. Поэтому нет. Но то, что сормовичи за меня проголосуют, я это понял на второй или на третьей встрече. Есть, наверное, уже предварительные результаты? Ну вот буквально несколько минут назад позвонили из Сормовского района, сказали, что, как сейчас модно говорить, тренд в 3 раза больше, чем следующий кандидат. Ого. Вот. Хорошо. Несколько такой... участков посчитали, 4 или 5 участков. Такой вопрос короткий, что называется, может быть, без особых раздумий ответите. Если вам предложат должность председателя законодательного собрания, согласитесь? Слушай, сейчас столько много желающих. Правда? Да, я вот сейчас посмотрел один телеканал. Один говорит, что я готов, значит, предложение принять, если меня попросят. Другой намекает, или как в деревне говорят, намякивает, что я бы не против. Да нет, меня, честно говоря, это как-то вот совершенно не трогает. Вот если бы построить метро в центре Сормова, виадук хотя бы один построить, ФОК, стадион Труд перекрыть, вот это я понимаю, тогда можно... проситься на почетного гражданина Сормовского района. А председатель ОЗС, это сколько там, 50 депутатов, и ты такой же, как они, и надо перед каждым хвостом вилять. Не, это неинтересно. Успехов вам большой, больших, Юрий Исаакович. Всего доброго.